Я хочу сказать, что любой спортсмен просто обязан это делать. Спортсмен, который достиг каких-то высот, он должен передавать свой опыт не только юным спортсменам, но и вообще юному поколению, подавать пример, жизненный пример, как преодолевать себя, как добиваться своих целей. Потому что вот вся его вот жизнь, да, это и есть, вот, если вот так рассказать, это и есть пример, как жить по приоритетам, какие ценности в жизни вообще существуют. Поэтому я считаю, что это очень правильная идея, что мы сегодня здесь, и я всегда за. Стань частью нашей команды!